На Мастриковских озерах в Самарской области проходит молодежный форум «Иволга». В этом году он юбилейный, 5-й. Организаторы подготовили обширную образовательную и культурную программу. Участвуют в окружном форуме и молодежь из нашей республики. Какие проекты туда привезли ребятам, расскажет Валентина Алексеева. Конкурс «6 человек на место». Юбилейный форум «Иволга» начал бить рекорды еще до открытия. Жюри выбрало 2000 молодежных проектов, которые ребята и представили на суд экспертов. Как и в прошлом году, на Приволжский форум приехали участники из зарубежных стран. Только в этот раз количество иностранных делегаций также рекордное. Здесь у нас 50 делегаций из других регионов Приволжья, и в том числе 20 иностранных государств. Это не ближние зарубежья. В том числе вот сейчас только были проведены разговоры с Сербией, переговоры с Сербией. И я хочу сказать, из года в год этот форум набирает обороты, и мы делаем все, чтобы он стал международным. Кстати, на площадке «Иволга Глобал» с ребятами будет общаться официальный представитель МИД России Мария Захарова. Мастер-классы по разным направлениям проведут более полусотни известных в России экспертов – политики, деятели культуры, экономисты, спортсмены. Но главное, зачем на Мастриковские озера приехали участники форума? Это возможность получить поддержку своих проектов. Призовой фонд – 8 миллионов рублей. На эти деньги ребята смогут реализовать идеи. К примеру, Екатерина Александрова из нашей республики участвует в смене поколения добра. Она будет презентовать социальный проект и надеется, что эксперты оценят ее работу. Мой проект про инклюзивное образование, высшее образование для слабослышащих. Так как у нас есть учреждения, выпускающих таких детей, мы хотели бы сделать высшее образование для них более комфортным. А вот Татьяна Янцова выбрала смену политика. Ее проект связан с российскими студенческими отрядами. Суть состоит в том, чтобы эксперты с разных регионов, ну, самые лучшие эксперты, они ездили по регионам и поднимали общественный уровень, уровень сознания вот студентов, которые связаны с российскими студенческими отрядами. Кроме презентации проектов, молодых людей ждут и другие события. 22 июня на Иволге вспомнят всех, отдавших жизнь за Родину. На форуме также пройдут окружные фестивали экологии, танцев, ГТО. Еще одна тема – чемпионат мира 2018 по футболу. Команды городов, где пройдут соревнования, сыграют товарищеские матчи. Валентина Алексеева, Екатерина Индикова, Александр Серов, «Вести Чувашия» из Самарской области.